Ольга, самая красивая кукла в театре Карабаса-Барабаса. Она убежала оттуда вместе со мной. Вот! И, наверное, здорово весело живется в этом домике. Мальвина – воспитанная и умная девушка. Все жители этого леса, маленькие и большие, очень полюбили. Вот! Благодарю вас за очень интересный рассказ, Пёсик. Дайте вашу лапу. Прощайте. Вы уже уходите? Нет, я, кажется, умираю. Мальвина, несчастье! Он умер! Мальвина, несчастье! Он умер! Мальвина, несчастье! Он умер! Идемте, мальчик.